Всем привет! Сегодня такой тест. В темное время суток попробуем на Fave 2 пролететь в городе, как снимает камеру, посмотрим с карты памяти. Давайте оценим тут сначала, вот как FPV выглядит, что мы видим на телефоне. А видим мы, кстати, неплохо. Нормальное, более-менее качество, так, ну, не как днем, конечно, но четенько. Поднимемся метров там на 150. Вот здесь вот лэп пролетаем, чтобы не зацепить провода. Метров 100 надо хотя бы. Ну, полетим, насколько связи хватит. На этом дроне, ну, на этой модели дронов я вообще летал на 3 километра в городе. Там 3200 даже было. Вот, так что как бы связь нормальная здесь. Летим. Смотрим. 10 метров в секунду, ветра практически нет, то есть хорошо должно быть все, по аккумулятору тоже будет нормально. Но вот здесь непонятно, что случилось, то есть пропадает связь, дрон разворачивается, летит назад. Я даже еще раз там попробовал, но я же не стал это выкладывать. То же самое, 1700-1800 метров пролетает и как бы летит назад. Не знаю, что это случилось. Было обновление приложения. Может быть, после этого обновления. Кто знает, у кого есть такой дрон, отпишитесь. Это у меня такое место получилось там с помехами, с какими-то, не повезло. Или что-то они сделали. Ну, вот сейчас будет, сейчас дрон сядет и полетим. С карты памяти запись будет. Можно оценить. С телефона-то, конечно, хорошо, ну, кажется, что качество отличное. Но с большого экрана совсем по-другому будет все. Ну, в принципе, все, дрон садится. Я фарами мигнул. Ну что? Что тут видно? Ну, с таким освещением еще более-менее. Сейчас повыше поднимемся, наверное, будет совсем некрасиво. Когда светло, в 4К снимает вообще отлично там. Прям вот хорошо снимает. Карта памяти, конечно, стоит сейчас не быстрая. Она 10 класса, но она, по-моему, 30 мегабит скорость. Ну, вроде так я днем снимал, то не видел, что было плохо. Поэтому как бы с ней я оставил ее в дроне. Ну, вот такое качество. Получше, конечно, чем в Yachine X4. Но хотелось бы еще лучше, чтобы снимало ночью. Ну, в принципе, такой тест. Все, всем спасибо, пока.